страшные скидки. Всем привет! Зима не за горами, а холодный период и вовсе продлится не менее 5-6 месяцев. Чтобы не замерзнуть и не подхватить сезонную простуду, нужно утепляться. Для этого отлично подойдет термобелье. Интернет-магазины приготовили для вас огромный выбор моделей с приятными скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Основная задача термобелья – обеспечивать терморегуляцию и отводить влагу. Это актуально не только для взрослых, но и для детей, ведущих активный образ жизни. Термобелье необходимо не только для любителей зимней рыбалки и охоты, но и абсолютно всем, кто ценит комфорт, удобство и уютное тепло, заботится о своем здоровье и не отказывается от запланированных дел, несмотря на погоду. Некоторых останавливает высокая стоимость термобелья, но покупка непременно себя оправдает тем, что позволит сохранить здоровье, поддерживать комфортную температуру тела в течение дня и повышенными износостойкими свойствами. На сайте GS Sport Group со скидкой можно купить брюки Altitude розового цвета длиной в 3/4 за 1400 рублей. Раньше они стоили на 600 рублей дороже, и куртку также розового цвета той же фирмы за 1750 рублей. Женские пуловеры фирмы Lectra сейчас предлагают в голубом и бордовом цветах за 2300. Мужские термоноски Asaka красного и черного цвета продаются со скидкой за 1190 рублей. Раньше они стоили 1700. Есть носки и по более привлекательным ценам. Носки Hero Technical серо-зеленый, серо-красный и бело-розовые расцветки можно купить за 780 рублей. Раньше они стоили 1300. Носки той же фирмы в розовой серой расцветке продаются за 660 рублей. Термоноски фирмы Altitude также предлагаются со скидками. Разброс цен от 910 рублей до 1470. Мужские термокуртки также можно приобрести со скидками за 1320 рублей. Есть в двух вариантах расцветки – черные и черные с белыми полосками. Их первоначальная цена – 2200 рублей. Сайт mensox.ru также предлагает термобелье со скидками до 65%. Именно такая скидка действует на мужские кальсоны серого цвета фирмы Revolution. Сейчас их можно приобрести за 2756 рублей. Кальсоны синего цвета фирмы Nordic Wool предлагают за 2994 рубля. Кальсоны фирмы Odle черного цвета со скидкой в 60% сейчас можно приобрести за 2340 рублей. Синие фирмы Kraft за 1218. Мужская футболка фирмы Акапи черного цвета предлагается со скидкой в 35% за 5519 рублей. Черная термофутболка Дориан со скидкой в 40% сейчас стоит 588 рублей. На сайте Кант также предлагают термобелье со скидками до 65%. К примеру, футболку с рукавом черного цвета можно приобрести за 2482 рубля. Футболку ярко-розового цвета фирмы Бионик с коротким рукавом со скидкой в 52% за 3999 рублей. При покупке нужно обратить внимание на состав термобелья. В него обязательно должна входить мериносовая шерсть. Именно она обеспечивает уникальные характеристики изделий, поддержание постоянной температуры тела при любых климатических условиях и отведение влаги от кожи. Высокотехнологичные синтетические волокна вводятся в состав термобелья для улучшения и расширения природных свойств мериносовой шерсти, благодаря которым вещи выглядят аккуратно, эстетично и служат гораздо дольше обычного трикотажа. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.